быстро, тем не менее, не попадаешь, не попадаешь. Смотрите, иногда из-за чего, собственно, такая штука случается. Алексей, давай отсюда. Очень много из вас, вот смотрите, вот у него руки стали, и вот сейчас на самом деле у вас, скажем так, работает не на жвик. Вы действуете, как очень большое количество людей, они увидели руки, особенно когда они еще немножко чуть спустились, о, убери ножик, как ты позначишь, увидели руки, и вы пытаетесь атаковать туда вниз. И вот, вот такая вот штука. Суть в том, что чисто по геометрии мы должны знать два важных правила. Первое, есть правило плеча. Но мы об этом говорим, когда будем атаковать голову, тем не менее. Все, что находится на уровне моего плеча, вот это мнение Андрея Борисовича Лисаура. Так вот, это моя приоритетная цель, потому что мы можем нарисовать такой прямоугольный треугольник. Катет, нужен же короче, чем гипотенуза. Видите, здесь я уже до него не достаю. То есть самая как бы, точка, которая меньше на уровне моего плеча. Вот я стал, какой смысл мне тянуться туда, куда я не попадаю, если защищайся. Вот, если я стал. Хорошо. Но тебе один раз где-то плюс-минус коснулся. В живот я даже близко бы не приблизился к этим вот сантиметрам, сколько мне там до него не достало. Это первое. И второе, что как бы выясняет спортсмен на жирик, что все, что летит вниз, защищать проще, просто в силу того, что у него плечи выше. Самое уязвимое на самом деле место для укола, это вот где-то, грубо говоря, горло. Просто потому что вот тут защищаться сложно. Даже голову легче защищать, чем вот это место. Поэтому, а? Да, вот, вот это, когда еще смотрит лицо, оно прилетает буквально как бы точечкой. А вот, вот эта вся штука, на самом деле, вы сейчас его не колите, вы играете в его вот игру. Этого делать не нужно. Вот у вас, вы стали, благо ваш партнер, фехтовальной маски, ничего страшного, надеюсь, с ними случится. Колите ему вот куда-то вот сюда вот. Ага. Не, вот, не в живот, не надо вот как бы... Вот, ясно? Старайтесь уколоть вот сюда вот, только уколоть пожестче. Ясно? Давайте, протю ему.